номенклатура ИБЛ, которая Зарицына. Одновременно может размещаться в центре 30 пациентов, но это не предел. Если пациенты будут поступать в центр в течение суток, и количество их будет превышать имеющийся у нас коечный норматив, мы все равно будем этих пациентов принимать и размещать не имеющие у нас вакантные койки. Что касается обслуживаемого населения, то этот центр будет принимать на себя население Московского района, Центрального района, Пролетарского района города Твери. Запущен ряд партийных проектов, и основной проект сегодня мы видим — качество жизни и здоровья. На 2011-2012 год будут выделены из федерального бюджета беспрецедентная сумма средств, более 460 миллиардов рублей, для того, чтобы наше здравоохранение стало на новый уровень. И сегодня я хочу сказать, то, что сегодня мы видим в 6-й больнице, мы можем уверенностью сказать, что программа на территории нашей области будет выполнена, деньги пойдут по целевому назначению, и самое главное, эта программа послужит дальнейшему улучшению качества жизни нашего населения. И по случаям, что я нахожусь перед телекамерами, я бы хотел сказать еще о нашем партийном проекте в Тверской области. Это, вы знаете, нехватка крови для наших больных. И сегодня партия объявляет партийный проект «Капля крови», куда приглашает наших партийцев, нашу молодежь и всех жителей, граждан нашей Тверской области, для того, чтобы оказать помощь нашим больным, которые нуждаются в крови. Пожалуйста, принимаем участие и вместе делаем доброе дело.